ангелы-хранители, где найти вас, где же? Небеса высокие, хочется взглянуть к берегу спасения, к острову надежды. Ангелы-хранители, укажите путь. Где прошлые столетия нам слышится речь, там сказочный город с названием Керчь, единственный город на свете, где мудрость веков для нас светит. О, свете! Я вижу, да. Смотри, и там нельзя выйти, да, как бы? Как это нельзя? А вот смотри, вот этот забор. Это Васильки. Смотри, никого нету. Зайти туда и посмотреть, что у Васильки. Я думаю, у нас... Никого. Давай. Ничего. Я, правда, в Васильки, если честно, никогда не был. Никогда не был. Thank you.
Мне кажется, кто-то тут начинает какие-то работы. Ну, конечно, может, ну, может кто-то смотри, купил. Здесь немножко, кто наш там состоит. Нас только так, чтобы нас не погнали. Нет, пока. Продам, слышишь, написано продам. Ну, это Василий Васильевич. Я понимаю. Продам. Телефон. Вот наш домик. А вот у Швигеля кто-то живет. И то с продам. Да. Разбегаются наши люди. Видите, тут столько. А вот тут, слышишь, дом тогда стоял. Да, двор да, этот был. Да, это все снесли. Здесь друзья. Но снесли уже давно, задолго до России снесли. Да, да, да. Не задолго, но снесли, как говорится. Ага. Закат, задержимся чуть-чуть, не спеши. Окно, смотри, Василий Кивотич заложили. Ага. Было что-то окно. А может оно дальше, я уже забыл. Ага, заложили окно. И тут был, видно, когда-то довоенный дом. Если вот осталась эта вещь, кладка такая. А наше все исчезло. Ну, добро. Как есть, так есть. Да. Сами. Да. Ну я еще вернусь сюда, я уже не буду. Да, в какой-то. А может не надо? Ну в другом мы не пройдем. Не, ну вернуться и пойти по второму Митридатскому переулку, Жека. А ты сможешь? Да, по переулку второму. Давай не будем мы. Зацеплюсь, порву что-нибудь. Хорошо, и ты порвешь. Хорошо, хорошо. Вернемся, хорошо, и пройдем по второму Митридатскому переулку. Пошли, пошли. Только я перезаряжу сейчас на новый фильм. Давай, давай, давай. Это ж недалеко, переулок. Thank you.
Thank you.